Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Rama Rama Hari 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 God Premanande. You wrote the verse or devotee wrote the verse? Chapter 7. 7th chapter? Text number 8. 8. Okay. Is that okay? Yes. You have your read the verse. Is it Matapara Taramnanya? Rasohama Psakati. Oh no, that's not that much. Maybe 7, is it? Matapara Taramnanya. Take 7. Итак, мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we're going to read Bhagavad Gita as it is, chapter 7, Knowledge of the Absolute, text number 7. Сегодня мы читаем текст из Бхагавад Гиты, это глава 7, текст номер 7. Матапаратарамнанья Кинчит асти дананджая Кинчит асти дананджая Майи сарвам идам проктам Майи сарвам идам проктам Сутримани гана ива Сутримани гана ива Матапаратарамнанья Матапаратарамнанья Кинчит асти дананджая Кинчит асти дананджая Майи сарвам идам проктам Майи сарвам идам проктам Сутримани гана ива Сутримани гана ива Матапаратарамнанья Кинчит асти дананджая Кинчит асти дананджая Майи сарвам идам проктам Майи сарвам идам проктам Сутримани гана ива Сутримани гана ива Word by word? Yeah. Пословный перевод. Мата. Мата. Меня. Меня. Паратарам. Паратарам. Превышающий. Превышающий. На. На. Не. Не. Анят. Анят. Кинчит. Кинчит. Что-либо другое. Что-либо другое. Асти. Асти. Существует. Существует. Дананджая. Дананджая. О завоеватель Бхагавад. О завоеватель Бхагавад. Майи. Майи. Во мне. Во мне. Сарвам. Сарвам. Все. Все. Идам. Идам. Это все, что мы видим вокруг. Это все, что мы видим вокруг. Протам, протам, нанизанное, нанизанное, сутре, сутре, на нить, манигана, манигана, жемчужина, жемчужина, ива, ива, ка. Перевод и комментарии в Божественной милости Абхачана Равинды Бхактивиданты с вами Шри Прабхупады. Ачарья основателя Международного общества создания Кришны. О завоеватель богатств! Нет истины превыше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на них. Комментарий. Испокон веков ученый спорит о том, является ли абсолютная истина личностью или нет.
В Бхагавад-гите неоднократно говорится о том, что абсолютная истина – это верховная личность Бога Шри Кришна. В частности, этот стих доказывает, что абсолютная истина является личностью Бога. Подтверждение тому, что личность Бога – это высшая абсолютная истина, мы находим в Брахма-самхите. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха. Высшая абсолютная истина, личность Бога – это Кришна, предвечный Господь, неиссякаемый источник радости. Говинда, тело которого вечно, исполнено знания и блаженства. Эти авторитетные писания не оставляют сомнений в том, что абсолютная истина – это верховная личность, причина всех причин. Однако имперсоналисты пытаются оспорить это, ссылаясь на веды, в частности на следующий стих из Шветашватара Упанишад 3.10. «Тато яд уттаратарам тат арупам аньямаям». Этот видурат матасте бхаванти апратерхере апатхетаре дукам эва пьянти. В материальном мире Брахма, первое существо во Вселенной, считается величайшим среди полубогов, людей и животных, но выше Брахмы находится трансцендентное начало, не имеющее материальной формы и не оскверненное материей. Тот, кто постиг его, также достигает трансцендентного уровня. Те же, кто не знает его, терпят страдания в материальном мире. Имперсоналисты придают особое значение употребленному здесь слову «арупам». Однако это слово вовсе не означает безличное бытие. Оно указывает на духовное тело, которое вечно исполнено знанием и блаженством, как говорилось в приведенном выше стихе из Брахма-самхиты. Это также подтверждается в других стихах из Шветашватара Упанишад. Видахам этам пурушам магантам адитья варнам тамаса парастат там эйва видитва тимритчум эти наньях панта видьяты наньях пантха видьяты яная ясмат парам на парамасте кинчит ясман на нию но джаяюсти кинчит врикша и васта бодиви тишатикас Тенедан Пурнам Пурушена Сарвам. Я знаю, что существует Бог, Верховная Личность, которая стоит выше всех материальных представлений, порожденных тьмой. Только тот, кто постиг его, сможет вырваться из круговорота рождения и смерти. Нет иного пути к освобождению. Нет такой истины, которая была бы выше Верховной Личности, ибо Господь превыше всего. Он меньше мельчайшего и больше величайшего. Он стоит неподвижно, словно дерево, озаряя духовное небо, и как дерево во все стороны простирает корни, так и Господь пронизывает все сущее своей беспредельной энергией. Из этих стихов явствует, что высшая абсолютная истина – это верховная личность, которая пронизывает все сущее своей многообразной энергией, материальной и духовной. Конец книги. Ом Магьяна Тимарандасья Гьянанджана Шалакая Чашур Милдитандина Тасмаши Гурави Намаха Шри Чайтанья Ману Виштам Савитам Йена Бутали Своям Рупа Кадамарьям Дадати Свападантикам Бандехам Шри Гуру Шри Ята Пада Камала Шри Гурун Вайшнавамшча Шри Рупам Сакрататам Сахана Рагататам Витам Там Сачевам Садвайтам Савадутам Парчана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахана Лалита Шри Шаканитамшча Хе Кришна Карана Синду Дина Банду Джагадпати Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намастате Тапта Канчана Гауранги Радхе Вриндавешвари Ришабану Сути Деви Пранамами Хари Прие
Ванча Каупата Рубьяча, Крипа Синду Бхимача, Патита Нам Паване Бьо, Вайшнаве Бьо Намо Намаха. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shrivata Dekor Bhakta Vinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is a very special verse in the Bhagavad Gita spoken by Lord Krishna. Итак, Господь в Бхагавад-гите произносит этот особенный стих. Lord Krishna is giving us an example to help us to understand his position. Господь Шри Кришна приводит здесь для нас аналогию, чтобы мы могли легче понять его положение. The example is about pearls which are on a thread. И аналогия здесь – это жемчужины, нанизанные на нить. Just like many of you are wearing neck beads, the tulsi neck beads around our neck. Как, например, многие из вас носят на шее ожерелье из тулси. So the beads are on a thread, and it's a thread which holds the beads together. И эти бусины, тулси, они нанизаны на нить, которая держит их все вместе. But usually we don't see the thread because we only see the beads. Но обычно мы сам этот связующий шнур не видим. Мы видим только сами бусины. But without the thread, the beads would just scatter. Но без нити эти бусины просто распадутся. So similarly, in the universe, there's so many planets rotating in order, and they're all under the control of one person. Подобным же образом в этой вселенной и во множестве других вселенных огромное количество планетных систем, планет, светил, и все они движутся и управляются одной личностью. Lord Krishna says, everything in the world is all resting on Him. Господь Кришна говорит здесь, что все в этом проявленном мире покоится на мне. So this is a very special claim made by Lord Krishna. Это очень особенное заявление от Господа Кришны. Nobody else ever said that they are the highest, they are the supreme truth. Ну, никто просто так не утверждает про себя, что он является высшей истиной. Of course, there are many people sometimes claim that they are the highest truth. Конечно, иногда находятся такие гордецы, которые заявляют, что они и есть высшая истина. But in terms of scriptures, the only We only see Lord Krishna saying that He is the highest truth. Но в Писаниях, когда мы читаем шастры, то мы видим, что только Господь Кришна делает подобные утверждения. So it happened long ago that the great sages residing in the higher planets, they wanted to understand who was the supreme in the universe. И это берет свое подтверждение в одной истории, которая случилась на заре, еще на заре творения этой вселенной, когда эта вселенная была еще молода, группа великих мудрецов, браманов, решила выяснить для себя, кто же все-таки является величайшей истиной. So some people were saying, Lord Brahma is the supreme in the universe. Почему у них были сомнения? Потому что некоторые люди утверждали, что Господь Брахма, Он величайшая личность во вселенной. Lord Brahma was born from the lotus flower, and there was no one before him. He was the first person in the universe. Он был первым живым существом, которое появилось в этой вселенной. Он родился на цветке лотоса. So naturally, some people they thought Lord Brahma must be the supreme in the universe. И поэтому некоторые люди думали, что, наверное, величайшим во вселенной является Господь Брахма. But then there were other people, they said, no, we think Lord Shiva is the supreme in the universe. Но были также и другие, кто утверждал, что нет, мы лично считаем, что это Господь Шива, величайшая личность во Вселенной. Lord Shiva is very powerful, and when he wants to destroy, he can destroy the whole creation. Господь Шива невероятно могущественен, а когда он желает что-то уничтожить,
то он в этом порыве может уничтожить все творение. So we think he must be the supreme in the universe. Поэтому мы полагаем, что, скорее всего, он является высочайшей истиной во Вселенной. But then there were other people who were saying, no, we think Vishnu is the supreme in the universe. Но были еще третьи, кто утверждал, что, скорее всего, все-таки Вишну является высшей личностью. Because Vishnu is the consort of the goddess of fortune. Потому что Вишну это супруг самой богини процветания. And he lays on the causal ocean, and from him all the planets come out. И он вечно пребывает на водах причинного океана, из которого и из его тела исходят все вселенные. So there was discussion. Some people were saying Brahma is supreme. Some were saying Shiva, and some were saying Vishnu. И так вот они продолжали дискутировать. Некоторые говорили Брахма, некоторые говорили, что Шива, третьи утверждали, что Вишну. So they said, we have to find out. This is important. We have to know who is the supreme in the universe. И в конце концов они решили, надо наконец точно выяснить, кто же является величайшей личностью во Вселенной. So there was a person called Bhrigu Muni. He was one of the sons of Lord Brahma. И среди них был один великий браман, мудрец, которого звали Бригу Муни. Он был сыном Брахмы. So Bhrigu is a Brahmana because he's one of the sons of Lord Brahma. So he was a Brahmana. И так как он один из сыновей Господа Брахмы, то он является великим браманом также. So they said to Bhrigu, the sage said to Bhrigu Muni that you're very intelligent. We know you're very intelligent. You're very smart. We want you to go and test and tell us who is the supreme between Brahma, Vishnu and Shiva. И тогда мудрецы выдвинули Бригу вперед и сказали: мы знаем, что ты очень знающий и мудр, поэтому мы назначаем тебя тем, кто должен выяснить на практике, протестировать всех этих личностей и выяснить, кто же является величайшим. So Bhrigu Muni went, first of all, he went to visit Lord Brahma, who lives in the topmost planet in the universe, which is called Brahmaloka, or sometimes it's called Satyaloka. И тогда первым куда место, куда отправился Бригу, это был обитель Господа Брахмы, высочайшая обитель в этой вселенной, которая называется Сатьялока, или иногда называют Брахмалока. And the nature of life on Satyaloka, there people live very long time, and they're very opulent and very comfortable. И сама природа Сатьялоки такова, что живые существа, которые живут там, они живут невероятно долгую жизнь и никак не испытывают никаких материальных беспокойств. And to go there to that planet, to reside on that planet, you have to be very pious. You have to perform a lot of pious activity. И чтобы получить рождение на этой высшей планете, необходимо огромный запас материального благочестия. So Bhrigu Muni went there to see Lord Brahma. Bhrigu Muni has a relationship with Brahma. Bhrigu Muni is one of the sons of Brahma. So Brahma is like his father. И Бригу Муни отправился туда, чтобы увидеться с Господом Брахмой. Это для него было несложно сделать, потому что он один из сыновей Брахмы, то есть Брахма для него как отец. So in the Vedic culture, when the son comes to see the son should offer respects to the father. И в соответствии с ведическим этикетом, если сын приходит повидаться с отцом, то сын должен первым оказать почтение, выразить почтение отцу. Different ways they can offer respect. One is to put the hands together like this and bow the head. Несколькими способами он может выразить свое почтение. Например, один из них это сложить руки в пранамамудре и склонить голову. Sometimes we will do that and we will say Hare Krishna. Other people they will just say Namaste. Иногда мы также выражаем почтение друг другу, складывая руки в пранамамудру и говоря Хари Кришна. А иногда в Индии вы можете услышать, как люди говорят Намасте. But other people, they will even bow down. They will go down on their hands and knees on the ground and bow before the father. Но иногда сыновья, они даже приносят полный поклон, то есть они падают на колени и приносят, простираются полностью перед отцом.
and they will touch the feet. И своими руками они касаются стоп отца. To touch the feet, it's a sign of showing respect to a superior. Коснуться чьих-то стоп – это способ выразить высочайшее почтение старшим. But in Krishna consciousness, we don't encourage people to touch the feet. Но в нашем обществе знания Кришны мы не вдохновляем, не воодушевляем других, чтобы они касались стоп друг друга. Because when you touch the feet, then you're giving your karma to the person. Потому что когда вы касаетесь чьих-то стоп поклоне, то таким образом вы передаете ему свою карму. So we show respect, but we don't touch the feet. Так мы выражаем друг другу почтение другими способами, но мы не касаемся стоп друг друга. So Brahma came there, Bhrigu came there to the planet of Brahma, and he saw Lord Brahma. Lord Brahma is four-headed Brahma, Chaturmukh Brahma, four-faced Brahma, and Bhrigu came there to see him, and he didn't do anything. He didn't offer any respect. И когда Бригу, он вошел в обитель Господа Брама и встретился с ним лицу к лицу, точнее лицу с его четырьмя лицами, потому что у Брахмы четыре лица, четыре головы нашего Брама. И когда он увидел его, то он не выразил ему совершенно никакого почтения, никаким способом. So Lord Brahma was not pleased, but he didn't say anything. И Господь Брама, увидев такое пренебрежительное отношение, он очень рассердился, но внешне никак не проявил этого. But he showed his displeasure without saying anything. He just showed that he was not happy with Bhrigu Muni. Но даже внешне было видно, что он очень недоволен. So Bhrigu Muni then left there, and then he went to see Lord Shiva. И тогда Бригу Муни покинул это место и отправился в обитель Господа Шива. Lord Shiva resides in a place called Kailash. Господь Шива, его обитель находится на Кайлаш. There's a place on this planet, they say it's Kailash, it's somewhere in the mountains of China. На этой земле есть место, которое называется Кайлаш, это гора, в горах Китая. But the actual Kailash is situated between the material and the spiritual world. Но настоящий Кайлаш, или обитель Господа Шивы, она находится на границе между материальным и духовным мирами. So Lord Shiva resides there, and Bhrigu Muni went to see Lord Shiva. И Бригу Муни отправился именно туда, чтобы встретиться с Господом Шивой. Now Lord Shiva, he is also one of the sons of Brahma. А Господь Шива, он также является одним из сыновей Брахмы формально. He was born from the head of Brahma. He came out from the head of Brahma. Он родился из лба Господа Брахмы. It happened that the four Kumaras, the first sons of Brahma, had refused to do what their father asked them. Как это случилось? Это случилось так, что первые четверо сыновей Господа Брахмы, известные как четверо Кумар, они отказались повиноваться наставлениям своего отца. Lord Brahma had asked the four Kumaras that he wanted them to help him to fill up the universe and to have a family and produce offspring. Господь Брахма, как их отец, дал наставление. Он попросил их зачинать потомство, чтобы помочь ему населить вселенную. But the four Kumaras said, no, we don't want to do that. Но четверо кумар сказали, нет, мы не хотим этим заниматься. We are just going to stay young children forever. Мы навечно останемся вот такими маленькими младенцами. And then we will never have to enter into the family life. И таким образом нам никогда не придется погрузиться в семейную жизнь. We want to spend all of our time concentrating on self-realization. Потому что мы хотим всю свою жизнь посвятить самоосознанию. So when the four Kumaras told Lord Brahma like that, Lord Brahma was not pleased, but he could not do anything about it. И когда Господь Брахма услышал такой ответ от своих сыновей, то он был очень недоволен, потому что ничего не мог с этим поделать. He understood the four Kumaras had good intentions, that they wanted to become self-realized. Он понимал, что у них самые наилучшие побуждения, потому что они хотят
а достичь самосознания. So he could not stop them. He could not say that's wrong. И он не мог им сказать, что вы не правы. But he was not pleased, and from his anger, Lord Shiva came out from his. Но он был разгневан, и из этого гнева, сконцентрированного здесь в межброви, появился Господь Шива. So Lord Shiva is one of the sons of Brahma. Поэтому Господь Шива также является одним из сыновей Брахмы. So Bhrigu is also one of the sons, so they're like brothers. А Бригу тоже является сыном Брахмы, поэтому они как братья. And Bhrigu Muni came there to Kailash to meet Lord Shiva, and Lord Shiva was very happy to see his brother, and he came to embrace him. И когда Бригу Муни он пришел на Кайлаш и увидел Господа Шиву, то естественно Господь Шива очень обрадовался тому, что его брат пришел навестить его, и он встал со своего места и захотел обнять его. He said, "My dear brother Shiva, my dear brother Bhrigu, how nice to see you." И он вскричал: "О мой дорогой брат Бригу, как же я рад видеть тебя!" And he came to embrace him. И он уже побежал, чтобы обнять его. And Bhrigu went, "No, don't touch me." Но Бригу строго сказал: "Нет, не прикасайся ко мне. Your body's all ashes. Все твое тело покрыто пеплом. And you've got these snakes over your body. И по всему твоему телу вот эти украшения из живых змей. Don't touch me. Даже не прикасайся ко мне." Lord Shiva is always in the mood of a yogi, a great, a renowned yogi. He's in the mood of a great yogi, renounced, very renowned. Господь Шива, он всегда находится в настроении полного отречения. And he covers his body with ashes. Он величайший из отреченных йогов. And these ashes come from the crematorium. И в качестве такой практики отреченности он покрывает все свое тело пеплом, и не обычным пеплом, а пеплом от костров с крематория. He puts his ashes all. Sometimes you see some people imitate Lord Shiva. They put the ashes all over the body. Иногда в Индии можно встретить таких йогов, мистиков, которые пытаются имитировать Господа Шиву и все свое тело покрывают пеплом. They don't wear clothes. They just put ashes on. И совсем не носят вообще никакой одежды, только ходят голыми, покрытыми пеплом. And Lord Shiva also has some snakes around his body. И в качестве украшений по всему его телу находятся змеи. Lord Shiva is a devotee of Lord Sankarshan. Потому что Господь Шива – это великий преданный Господа Санкаршана. And Lord Sankarshan is in the form of a great serpent. А Санкаршана – это такое воплощение Господа, которое имеет форму великого змея. So the snakes which are on the body of Lord Shiva, they actually represent Lord Sankarshan. Поэтому это не обычные змеи, а это змеи, они представляют Господа Санкаршана, напоминают Господу Шиве о нем. But Bhrigu Muni wants to test Lord Shiva. И Бригу Муни, конечно же, знал все это, но он хотел протестировать Господа Шиву. He wants to see how much is he in control of his mind and senses. Он хотел проверить его, насколько он контролирует свои чувства. So he said to Lord Shiva, "Don't you touch me." Поэтому он очень грубо ответил ему: "Даже не прикасайся ко мне." So one of the names of Lord Shiva is Asutosh, meaning one who is easily pleased, but he is also easily angered. Одно из имен Господа Шивы – это Ашутош. Ашутош означает тот, кого очень легко умилостивить, но также тот, кого очень легко рассердить. Some people are like that. Некоторые люди подобны этому, да? Right? Easily pleased, but easily angered. Их легко можно развеселить, но также они легко гневаются. So Lord Shiva, when he gets angry, then it's very dangerous. А если Господь Шива начинает гневаться, то это очень опасно. Lord Shiva, he can destroy the universe. Господь Шива в гневе может уничтожить всю вселенную. So when Bhrigu said, "Don't touch me," Lord Shiva was offended. Поэтому, когда Бригу пришел и такое заявление сделал перед Господом Шивой, то Господь Шива почувствовал себя очень оскорбленным. And he was going to call, get his trident. He was going to kill Bhrigu Muni. Он тут же призвал свой трезубец и хотел уже убить Бригу Муни на месте. But fortunately, Lord Shiva's wife was there. Но, к счастью для Бригу Муни,
Там также находилась жена Господа Шивы, Парвати. The wife of Lord Shiva, Parvati, she came running and she embraced her husband and told him, "No, no, don't get angry, calm down." Она тут же выбежала вперед перед своим мужем, пала ему в стопы, схватила его за стопы и сказала: "Пожалуйста, успокойся, это же твой брат." And at the same time, she said to Bhrigu, "You better get away from here if you want to save your life." И в то же время она сказала Бригу: "Тебе лучше побыстрее убраться отсюда, если хочешь сохранить свою жизнь." So Bhrigu understood. You better go away from there. Бригу все понял и быстренько удалился. So the next place he went to was Swetadweep. Swetadweep is where Lord Vishnu resides in the universe. И последнее место, куда отправился Бригу, это Шветадвипа. Это особое место во Вселенной, где пребывает Господь Вишну. There's an island in the middle of the Milk Ocean. Это особый трансцендентный остров посреди Молочного океана. And Lord Vishnu resides there. И там пребывает Господь Вишну. So, Bhrigu Muni went there to see Lord Vishnu, and he saw Lord Vishnu was there laying down. И Господь, и Бригу Муни, он прибыл туда, зашел в покое Господа Вишну и увидел, что Господь Вишну, он отдыхает, лежит на ложе. Lord Vishnu sometimes he will do yoga nidra. He will have mystic slumber. Иногда Господь Вишну практикует йога нидру. Это такой особый мистический сон. So Lord Vishnu was laying in mystic slumber, and Lakshmi, the goddess of fortune, was there massaging his lotus feet. И вот Господь Вишну возлежит на ложе, погруженный в транс йога нидры, а его супруга Лакшми, она находится там же и массирует ему стопы. The goddess of fortune is the consort of Lord Vishnu. Сама богиня процветания — это вечная супруга Господа Вишну. Lord Krishna is with Shrimati Radharani. Рядом с Господом Кришной вечно пребывает Шримати Радхарани. Or he is with his queens in Dwarka, like Rukmini and Satyabhama. Или в Двараке его окружают его царевны, такие как Рукмини и Сатьябхама. Lord Ramachandra is with his wife, Mother Sita. В форме Рамачандры Господа сопровождает мать Сита. So Lord Vishnu is with Lakshmi, the goddess of fortune. А в форме Вишну Господа сопровождает Лакшми, богиня процветания. And she is there massaging his lotus feet. И в этот момент она была также там, и она совершала массаж его лотосным стопам. So Bhrigu Muni came there, and he saw Lord Vishnu laying there, and Bhrigu Muni walked forward, and he kicked Lord Vishnu on the chest. И когда Бригу вошел туда, в покой Господа Вишну, он сразу, не говоря ничего, подошел к Господу Вишну и пнул его своей ногой в грудь. Maybe if you have do any of you have deities at home? У кого-нибудь из вас есть божества дома? Only Goloka? Только у Голока лидер. You have deity also? If you look at your deity, which deity you have, Gornika? Какие у вас божества? Джаганат. Oh, Jagannath, he won't have it. But the deity, sometimes Krishna deity, Gornika, you'll see there's a footmark, a footprint on the chest of the deity. Иногда у некоторых божеств, особенно божества Вишну, Кришны, иногда у Гаурнитай, вы можете увидеть на груди такой отпечаток от ноги. Yeah, you can see the footprint. Там есть специальный такой отпечаток. Where Bhrigu Muni kicked the Lord. Это то место, куда Бригу Муни пнул Господа. So, what did Lord Vishnu do when he got kicked? И как вы думаете, как отреагировал Господь Вишну, когда его вдруг пнули спящего? He got up and he said to Bhrigu Muni, "Oh, my dear Bhrigu Muni, I hope you did not hurt your foot on my hard chest." Он тут же встал, поклонился Бригу и сказал: "О, мой дорогой Бригу, о великий мудрец, я надеюсь, что ты не ушиб свою лотосную стопу, а мою подобную камню грудь." He was so tolerant. Он проявил такое высочайшее смирение и терпение. He was not disturbed at all.
было очевидно, что он абсолютно не испытывает никакого беспокойства по этому поводу. He did not take any offense. И он не принял на свой счет никакого оскорбления. Rather, he thought, maybe I have offended Bhrigu Muni. Наоборот, он подумал, это, наверное, я чем-то оскорбил великого мудреца. So Bhrigu Muni was shocked to see how tolerant Lord Vishnu was. И когда Бригу Муни увидел это, то он был просто шокирован. Of course, the goddess of fortune, she took things in a different way. Конечно, богиня процветания, она немножко по-другому всю эту ситуацию восприняла. How would you feel if somebody comes and kicks your husband on the chest? Как вы бы отреагировали, если бы кто-то пришел в вашу спальню и пока вы там спите, пнул вашего мужа ногой? So she put a curse on the brahmanas. И она в своем сердце прокляла всех брахманов. The brahmanas will never get the blessings of the goddess of fortune. Таким образом, что брахманы, они никогда не получат милости богини процветания и поэтому всегда будут бедными. The brahmanas will be poor. Брахманы всегда бедны. That's a blessing for the brahman. Но на самом деле это как раз является благословением для брахмана. It's a blessing to be poor. Это благословение быть нищим брахманом. Because the more you have wealth, the more you become proud. Потому что чем больше у человека богатства, тем более гордым он становится. And the more you become proud, the more you become influenced by passion and ignorance. А чем более гордым становится человек, тем сильнее на него влияет гуны страсти и невежество. So the goddess of fortune, she put that blessing on the brahmanas that they will not get a lot of wealth, they will remain poor people. Поэтому в форме этого проклятия богиня процветания на самом деле она дала благословение всем брахманам, что у них никогда не будет возможности возгордиться своим богатством. And it allows them to give their full attention to spiritual practice. И таким образом она позволила им все свое внимание сосредоточить на духовной практике. They don't have to worry about trying to become rich. Им не нужно беспокоиться о том, чтобы стать богатыми, потому что все равно не получится. Because they know they're brahmanas and they're not meant to be rich. Потому что они знают, что они брахманы, и им просто не положено быть богатыми. Anyway, Bhrigu Muni went back and he informed the sages about how these different personalities, how Brahma, Vishnu and Shiva had reacted. И тронутый до глубины души таким поведением Господа, Бригу Муни, он вернулся в собрание всех остальных великих мудрецов и сообщил им, как отреагировали на его проверку Брахма, Шива и Вишну. When he'd gone to Brahma Loka to see Lord Brahma, he committed an offense mentally. В первом случае, когда он посещал Сатья-Локу и увиделся с Господом Брахмой, он совершил оскорбление в уме. Just within his mind, he had offended Brahma. Он совершил оскорбление в уме, хотя внешне он ничего не сделал. He didn't do anything, didn't say anything. Он ничего не сказал, никаких жестов не сделал. So the offense was in his mind. Но оскорбление было в уме, он не выразил почтения. And when he went to Lord Shiva, the offense was verbal. He spoke something which offended Lord Shiva. Когда он пришел к Господу Шиве, то он уже совершил оскорбление вербально, то есть словами оскорбил Господа Шиву. But when he went to Svetadvip to see Lord Vishnu, his offense was physical, that he had kicked him. Но когда он пришел на Шетадвипу, то он совершил как бы высшую форму оскорбления, то есть физически оскорбил Господа, пнув его. And although Lord Brahma is very powerful and Lord Shiva is also very powerful, they both reacted to the offenses of Bhrigu. И хотя Господь Брахма и Господь Шива это одни из величайших личностей во Вселенной, но они не смогли сдержать свою реакцию на оскорбление Бригу. But Lord Vishnu didn't react at all. Но Господь Вишну не среагировал абсолютно никаким образом. So they understood the supreme position of Lord Vishnu. Таким образом, все мудрецы пришли к единому заключению, что Господь Вишну – это величайшая личность. So Lord Brahma, he is in charge of the mode of passion, where creation takes place. Господь Брахма, он отвечает за гуну страсти во Вселенной, которая
руководит процессами сотворения. And Lord Shiva, he's in charge of the mode of ignorance, which is necessary to destroy everything. А гуна невежества заведует Господь Шива. Гуна невежества отвечает за распад и разрушение всего. But Lord Vishnu, he is in charge of the mode of goodness, and his job is to maintain everything. Но Господь Вишну в этой вселенной, он руководит гуной благости, которая необходимо для того, чтобы поддерживать все. To do creation, you have to have a lot of passion, rajagun. Чтобы что-то создать, построить или сделать, вам необходима энергия гуна страсти. And to destroy everything, you have to come to the mode of tamagun, the mode of ignorance. А чтобы что-то разрушить или уничтожить, вам необходимо соприкоснуться с гуной невежества. But to maintain everything, you have to be in the mode of goodness. Но чтобы длительное время что-то поддерживать, вам необходимо гуна благости. Maintaining is more difficult than creating and destroying. Думаю, многие из вас знают, что поддерживать что-то в течение долгого времени это сложнее, чем просто создать что-то. We want to maintain something. We have to come to that position, the mode of goodness. Если мы хотим что-то сохранить в нашей жизни или поддержать какое-то положение наше, то мы должны находиться в гуне благости. We have to get free of the passion and the ignorance. Необходимо освободиться от влияния страсти и невежества. So, when you worship the deities, it's very important that you worship the deities in the mode of goodness. Например, если вы поклоняетесь божествам, то это необходимо сделать в гуне благости. Because when you begin the worship, you want to maintain it. Потому что если вы однажды начали поклонение божествам, то вы должны поддерживать это поклонение до конца жизни. So it's very nice that the deity worship is being maintained here. И это очень прекрасно, что здесь вы так заботитесь о божествах у вас. And we can see how beautiful the altar is. It's decorated so beautifully. Мы можем видеть, как прекрасно украшен алтарь, божества на алтаре. So I've been coming here for several years, and I'm very happy to see how the worship is maintained very nicely. Я регулярно приезжаю сюда в течение уже какого-то времени, сколько-то, в течение многих лет, и я вижу, как замечательным образом поддерживается здесь поклонение божествам. So Srila Prabhupada liked that once we open. Once we begin to worship the deities, we will continue. Еще Прабхупада, он хотел от нас, чтобы, если мы уже начали поклонение божествам, чтобы мы продолжали его. So we encourage you also, those of you who are serious in Krishna consciousness, you should also learn how to worship the deities. И поэтому мы всех вас призываем, тех, кто серьезно настроен, кто серьезен в своем сознании Кришны, поклоняться божествам дома. Come and help do some service, just like making these flower garlands. It takes some time. Извиняюсь, не дома, но хотя бы здесь вот вы можете приходить и участвовать в поклонении божествам здесь. Вы можете делать, например, цветочные гирлянды для божеств. They're very beautiful flower garlands. Вот, например, вот эти гирлянды, которые сделал очень искусно, прекрасные гирлянды. And the altar is decorated. Кто-то украсил алтарь, да? Вложил туда свою любовь. Это очень красиво сделано. And it's all real flowers, no plastic flowers. И вот на алтаре там мы видим, да, прекрасные, настоящие живые цветы. So that's very pleasing to Lord Krishna. И это очень нравится Господу Кришне. Right? Krishna says in the Bhagavad Gita, we can offer him a leaf, a flower, fruit, or water. Господь говорит в Бхагавад-гите, что он не требует от нас многого, что мы можем просто предложить ему цветок, листок, плод или воду. Of course, Krishna is not greedy to get our offerings, but he wants our love, our devotion. И на самом деле даже это ему не нужно. Ему не нужны сами наши подношения. Просто он хочет, чтобы мы так или иначе проявили свою любовь к нему. So we feel the love and the devotion in the offering. Поэтому он на самом деле принимает и чувствует, есть ли там любовь в подношении или нет. We want to develop that love for Krishna, because that is the qualification to go back to Krishna.
А нашей целью, как практикующей духовной жизни, является развить любовь к Кришне, потому что нам нужна именно такая квалификация, чтобы вернуться в духовный мир. We are all here in this material world, and Lord Krishna is very anxious to bring us back to Him in the spiritual world. Мы все здесь находимся в материальном мире уже бесчетное количество лет и жизней, а Господь Кришна, Он очень переживает, чтобы мы вернулись в духовный мир обратно. And in order to encourage us to go back to Him, He comes Himself in many different incarnations. И чтобы вдохновить нас на это, Он в разные эпохи приходит, в множестве разных воплощений. And 5,000 years ago He came personally as Lord Krishna, and at that time He spoke the Bhagavad Gita. И 5,000 лет назад Он пришел на эту землю в своем изначальном облике Господа Кришны. And when He spoke the Bhagavad Gita, we all know in the 18th chapter, Lord Krishna said, Surrender to me. Give up all religion and just surrender to me. И в этом воплощении Он оставил для нас послание Бхагавад-гиты. И последняя глава Бхагавад-гиты, 18 глава, заканчивается Его главным наставлением. Оставь все и просто вручи себя мне. So Lord Krishna gave the instruction that we should surrender, but He didn't show us how to do it. И таким образом Он оставил для нас наставление, что мы должны предаться Ему, но Он не показал нам, как это сделать. So in order to show us how to surrender to Krishna, He comes in this Kali Yuga. He comes as Chaitanya Mahaprabhu. И поэтому с этой целью, чтобы показать нам, как вручить себя Верховному Господу, Он приходит, приняв облик Шри Чайтаньи Махапрабху в эту Кали Югу. And as Chaitanya Mahaprabhu, He's teaching all of us how we can surrender to Krishna. И Господь Шри Чайтанья Махапрабху, Он на своем примере показывает нам, как мы должны предаться Кришне. He teaches all of us the process of performing Sankirtan. И Он обучает нас очень простому процессу вручения себя Господу через процесс Санкиртаны, совместного воспевания. So we're hearing the last couple of days wonderful Kirtan taking place here. Последние несколько дней мы здесь проводим замечательные киртаны. All the devotees are chanting so enthusiastically. Все вы воспеваете с энтузиазмом, очень красиво. You're very fortunate that you can have kirtan here and don't get any complaints. Вы невероятно удачливы, что вы можете здесь проводить такие громкие киртаны, и при этом к вам полиция сюда не приходит. So many parts of the world, wherever we do kirtan, we get so many complaints. Потому что во многих других странах или частях мира, как только начинаем громко петь у кого-нибудь дома, то тут же начинают соседи жаловаться. And even we cannot, some places you're not even allowed to go in the streets to chant. А в некоторых странах даже есть законы, запрещающие любые религиозные воспевания на улицах. But Russia is such a wonderful place that you can kirtan. Но Россия — это очень либеральная страна, поэтому здесь вы можете даже на улице выходить и петь. So you're very fortunate. Поэтому вы очень удачливы. The Sankirtan movement can go on without disturbance. Вы очень удачливы, что движение Санкиртана может здесь развиваться без всяких препятствий. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that the age of Kali is an ocean of faults. В Шримад Бхагаватам есть стих, в котором утверждается, что век Кали — это океан порока и недостатков. But there's one good thing about the Kali Yuga. Но есть одно хорошее качество в Кали Юге. And that is simply by chanting the holy name, one can get all success. И какое же это качество? А это то, что просто воспевая святое имя Кришны совместно, мы можем достичь освобождения. What takes a very long time by other processes can be achieved very quickly by chanting the holy name. То, что в другие эпохи с помощью других методов занимало огромное количество времени достижения чего-то, достижения совершенства или освобождения, то в Кали-Югу этого можно очень легко достичь и быстро, всего за одну жизнь с помощью воспевания святого имени. Just like if you try to fix your mind on Krishna by simply remembering Krishna, then it will take a very long time.
to become Krishna conscious. Например, если вы попробуете просто стать сознающим Кришну, достичь совершенства сознания Кришны, памятуя о Господе в своем уме, просто пытаясь концентрироваться на его образе в своем уме, то у вас, скорее всего, ничего не получится, и это займет очень долгое время. If you will chant the Maha Mantra, very quickly you can make progress. Но если вы будете со всем вниманием поспевать Махамантру Харе Кришна, то вы очень быстро сможете достичь прогресса. We like things fast, right? We like to do things quickly. Потому что люди в Кали-Югу, они хотят быстрых плодов, так ведь, быстрых результатов. Fast cars. Нам все быстрое нравится, быстрые машины. We have high-speed internet. Высокоскоростной интернет. And you have instant noodles. Мгновенная лапша, например. You like to do things quick. Нам нравится то, что быстро делается. So, chanting Hare Krishna, that's it, the high-speed train. И вот, такое подобное этому воспевание Харе Кришна, это такой же скоростной поезд. Можно сесть в этот поезд и быстро вернуться к Богу. And Lord Krishna comes himself as Lord Chaitanya Mahaprabhu to show all of us how to chant the holy name. И Господь Кришна пришел сюда в форме Шичтани Махапрабху, чтобы всем нам показать, как это осуществить на практике. So when the Shikshasti come, it is said, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. All glories to the Shri Krishna Sankirtan. И в своем знаменитом произведении Шикшаштаки, в своих молитвах Шикшаштаки, в первом стихе, он произносит эту строку. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. Вся слава совместному воспеванию имени Кришны. But we have to chant the name with quality. Но нам необходимо воспевать святые имена с определенным качеством. There's a nice song which we sing about the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Есть одна прекрасная песня, один баджан, молитва, которую мы часто поем, где объясняется милость Господа Чайтаньи и Нитьянанды. Парамакаруна пахудвиджана нитай гора чандра. These two lords, Chaitanya and Nityananda, are supremely merciful. Этот баджан называется Парамакаруна. Там поется в первом же куплете. Парамакаруна не та гора. Парамакаруна паху дуиджана не та гора чандра. Эти два господа, Господь Нитьянанда и Господь Чайтанья, эти два воплощения, они безграничной милостью. Саба аватар сара сирамани кевала ананда канда. They're very merciful because they're giving a process which is very joyful. И дальше там поется о том, что Сава Аватара, Сара Широмани, Кевала Ананда Канда, что они принесли сюда, они особенно выделяются среди всех аватар, потому что они принесли особый процесс самосознания, который приносит одну лишь радость. Krishna has so many avatars, so many incarnations, but these two, Chaitanya and Nityananda, they are the most merciful. У Кришны бесчисленное множество воплощений. Но эти двое, Нитьянанда и Чайтанья, они особо милостивы. Because the process which they are giving is so joyful. Потому что процесс, который они принесли, очень радостен. You put your hands up in the air, right? Давайте поднимем руки вверх. When you put your hands up in the air, can you feel miserable? Если вы подняли руки вверх в таком состоянии, вы чувствуете себя, чувствуете себя несчастным? Нет? Нет? Уже хорошо. Уже радостно. When your hands are up in the air like that, you naturally you become joyful. Достаточно руки вверх вот так вот скинуть, и уже настроение поднимается. Because we're chanting the Mahamantra. Потому что мы еще при этом поем Махамантру. But then, in the song goes, Deko Aribai, no, it says, Bajo Bajo Bai, Chaitanya Nitai, Sudrita Vishvashakori. He said, you must chant the name carefully, with proper attention. Но дальше, в следующем куплете, там поется Баджа Баджа Бай, Чайтанья Нитай, Судритха Вишвасакори, о том, что, о, брат, будь внимателен, ты должен внимательно воспевать эти имена. Vishaye chadiya, seira se majiya, mukhi bolo hari hari. So he's saying,
You chant the names of Hari, but give up all thoughts of sense gratification. Дальше там поется Бише Чария Севасе Маджи Мукоболе Хари Хари. Да, ты поешь Хари Хари имена Господа, но при этом ты должен оставить желание чувственных наслаждений. Don't keep the material desires in our mind. Не держись в своем уме за эти материальные, эти жалкие материальные желания. Just chant the holy name and hear the holy name. Постарайся полностью отдать себя воспеванию святого имени. You don't have to think, you don't have to do anything else. Больше тебе ничего не нужно делать. Prabhupada said, you use the tongue to chant and the ear to hear. Шрила Прабхупада говорит, что повторение Махамантры — это очень простой процесс. Языком мы повторяем, а ушами слушаем. Вот и все. Sometimes people say, what about the mind? Некоторые люди иногда спрашивали, а как же ум? Prabhupada said, nothing to do with the mind. Но Прабхупада отвечал, почему здесь ум? Ум вообще здесь никаким образом не участвует. Just use your tongue to chant and the ear to hear. Просто языком повторяем, а ушами внимательно слушаем. If you're thinking about the mind, that's something else. You're not hearing and not, you're not chanting. Потому что если вы начинаете о чем-то размышлять в своем уме, это значит, что вы уже не слушаете внимательно. So you want to get the result of the chanting. This is the process. Поэтому если вы хотите получить настоящий результат от воспевания, то процесс вот таков. Chant with proper care from the heart. Повторять необходимо с внимательно и из самого сердца. Right? Don't just chant only from the mouth. Не нужно повторять просто губами или языком. Chant from the heart. Звук должен идти из сердца. The feeling should come from the heart. Мы должны вкладывать в эти слова свои чувства. And then quickly we will make progress in Krishna consciousness. И тогда очень легко и быстро будем совершать прогресс в сознании Кришны. And the sign that we're making progress in Krishna consciousness is we lose interest in other things. А как определить, совершаю я прогресс в духовной жизни или нет? Это очень просто. Признаком прогресса является то, что вы утрачиваете интерес ко всему остальному. You forget to look at your handphone. Вы забываете заглянуть в свой смартфон. You forget to open your email box. И даже иногда можете забыть проверить почту в интернете. You stop looking at ball and movies. И уже забываете, когда последний раз кино смотрели. You just want to chant the Hare Krishna mantra. Вам просто все больше и больше хочется воспевать эти имена. And you become eager to hear and talk about Krishna. И у вас появляется жажда к тому, чтобы слушать и обсуждать игры Кришны. Krishna consciousness is natural. It's in everyone. Сознание Кришны — это не что-то, принесенное извне. Это естественно пребывает в каждом из нас уже. And we can see here, Komsomolsk, how so many devotees are coming. Даже здесь мы видим в Комсомольске, на краю земли, можно сказать, столько преданных приходит. Who could think that there's Krishna devotees here? Кто бы мог когда подумать, что здесь будут преданные Господу Кришне? I met this Russian sannyasi Sagar Maharaj. Я как-то встречался с одним русским sannyasi Sagar Maharaj. So he's a sannyasi, he's from Russia. Он sannyasi, отреченный монах, он из России. So I asked him, where were you for Janmashtami? И он спросил меня, я спросил его, где ты провел Janmashtami? This was a couple of years ago, I asked him. Это было пару лет назад, я задал ему такой вопрос. He said, oh, I went to London. Он сказал, я в Лондоне был в это время. And he asked me, where were you? А он спросил меня, а вы где были? I said, I was in Благовещен. А я сказал, а я в Благовещенске. Он такой, что? В Благовещенске? Janmashtami. Он был удивлен. But I said, there's nice devotees there. We had a nice Krishna Janmashtami. Я ему сказал, мы так классно время провели. Там такие преданные, замечательные. У нас был прекрасный праздник. I said, you went to London. You were celebrating Janmashtami with all the Hindus. Я ему сказал, ты в Лондон поехал, но там ты отмечал Janmashtami. Там в основном индусы были. I was with all the Russkies. А я со всеми русскими. The Krishna consciousness is everywhere.
осознание Кришны, оно доступно повсюду. But we have to awaken it, we have to culture it, follow the process. Но чтобы пробудить его, оживить его в себе, мы должны следовать определенному процессу. So the process is based on hearing and chanting. Этот процесс, его фундаментальной основой является слушание и повторение. Of course, you have to follow regular principles. Конечно, мы также должны следовать регулирующим принципам. You have to daily chant. Но мы должны регулярно, ежедневно воспевать то имя. To help us improve the chanting, we need to hear about Krishna. Но чтобы улучшить качество нашего воспевания, чувство, которое мы можем передавать с помощью воспевания, мы должны регулярно слушать о личности Кришны. So it's very important that you get association with the devotees. Поэтому очень важно собираться вместе с преданными и слушать в обществе преданных. So it's so wonderful that you can come every Sunday. I think every Sunday you have a program here. Это так прекрасно, что у вас здесь есть такая возможность собираться по воскресеньям. Вы ведь по воскресеньям собираетесь? And you celebrate also festivals. И также праздники здесь отмечают, да? Духовные. So, this is very good, very pleasing. Please continue and go on and develop this Krishna consciousness. Это очень вдохновляет, меня это очень вдохновляет. Я прошу вас, пожалуйста, продолжайте в таком же духе. Okay, are there any questions? Хорошо, может быть, у кого-то есть вопросы? Очень интересное состояние Господь Вишну, йога нидра. Это вообще в человеческом теле можно повторить? Есть ли в этом целесообразность? You mentioned this special mystic sleep, yoga nidra. What is this, and is it possible for the ordinary man to feel what is this like? Well, it's possible to imitate yoga nidra. Ну, можно имитировать йога нидру. But it's not actually yoga nidra. Но это не йога нидра, это настоящее. Yoga nidra is the mystic slumber of Lord Vishnu. Йога нидра это особый мистический сон, доступный только Господу Вишну. So it's that Lord Vishnu goes to sleep during the Chaturmasya. Этот сон, он продолжается в течение Чатурмасии, четырех месяцев в году. At this time, we are going through. This is Chaturmasya. Как раз сейчас вот идет Чатурмасия. You know Chaturmasya, four months, the four months of austerity. Вы знаете, Чатурмасия это четыре месяца, особенно благоприятные для аскез. This year, during the first month of the Chaturmasya, we had Purushottam, the month of Purushottam. А этот год особенный, потому что в этом году первым месяцем Чатурмаси является месяц Пурушоттама, который добавляется только один раз в четыре года. So the first month of the Chaturmasya was broken by the Purushottam month. Поэтому как бы вклинился туда еще месяц, особенно благоприятный месяц Пурушоттама в начале Чатурмаси. During the first month of the Chaturmasya, we're supposed to not take any spinach. А в течение какие есть правила соблюдения поста в Чатурмасию? В первый месяц Чатурмаси необходимо избегать любой зелени. And during the second month, we don't take any yogurt. Во второй месяц никакой кисломолочных продуктов. The third month, we don't take milk. В третий месяц молоко. And the fourth month, you don't eat any meat. Meat? А в четвертый месяц мы не едим мясо. You're not supposed to take any high protein food. Нет, это шутка на самом деле. Вы не должны употреблять никаких продуктов с высоким содержанием протеина. Especially in India, they have this dal. They have dals like urad dal, the white bean dal. Например, в Индии есть такие разновидности бобов, как урад дал или мунг дал. And масур дал. Или масур дал. Чана дал. Чана дал. Разные виды бобов. They're very high protein. В России фасоль, например. So we're not supposed to take that during the Chaturmasi. В течение четвертого месяца Чатурмаси нужно поститься на эти продукты. The fourth month is, of course, that's the month of Kartik when we worship Damodar. И четвертый месяц это еще особенный месяц, потому что это месяц Дамодара, это месяц Картики, когда мы поклоняемся Господу Дамодаре ежедневно. So it said the Lord was sleeping during that time. Так вот, в течение Чатурмаси шастра говорится, что Господь Вишну, он пребывает в йога-нидре. He's in mystic slumber. В своем мистическом сне. But you can wake him up.
но его можно разбудить. By chanting the holy name. Но не как бригу, а с помощью воспевания святого имени. The loud chanting of the holy name will attract his attention. Потому что громкое воспевание имени Господа всегда привлекает его внимание. So we're not supposed to imitate him. Но нам не нужно имитировать Господа Вишну. Okay, there is a question on internet. First question is from Rajarani Mataji. Please send my humble obeisances. Я прочитаю по-русски сейчас. Гуру Махараджи, преданный, примите мои смиренные поклоны, спасибо за лекцию. Шри Прабхупада заложил брахманическое общество в ИСККОН. И у преданных обычно денег мало, поэтому. Но мы живем в том мире, где нужны деньги. Желания у детей этих преданных могут быть не очень брахманическими и скромными. Им нужны деньги. Что делать с такими детьми? Как научить их принимать то, что есть? Окей. So the Prabhupada is founded our society like the, as a brahminical society, right? And this why the devotees usually don't have a lot of money because it's a brahminical society and brahmanas don't have a lot of money. But we live in a world where the money are essential for the living, and especially now. What to do with our children? Because usually they don't want to accept the brahminical mood, and they want some expensive stuff and such. So, how to deal with that? Okay. Well, we have to understand that brahmanas. They will minimize the demands of the body. Первое, что мы должны понять, что брахманы, они склонны минимизировать потребности, телесные потребности свои. The more you have money, then money itself is very intoxicating. Дело в том, что деньги по себе, сами по себе, это такая энергия, которая опьяняет очень легко. Just like in Srimad Bhagavatam, the personality of Kali was told he could only reside where there was illicit sex, intoxication, gambling, or meat eating. В Шримад Бхагаватам описывается, что само воплощение Кали, да, энергии этого века, деградации, оно нашло прибежище в тех местах, где совершаются убийства животных или мясоедение, где люди употребляют всевозможные алкоголь, интоксикация, наркотики, где люди играют в азартные игры и где люди занимаются незаконным сексом. But the personality of Kali said, then I have nowhere to reside, because in the kingdom of Maharaj Parikshit everyone was following strictly the regulated principles. Но когда Кали получил приказ отправиться в эти места, он воспротивился, сказав, что сейчас еще Кали-юга не наступила в полную силу, и нету таких мест практически на земле. So then he was told, then you can reside wherever there is hoarding of gold. Тогда ему было позволено оставаться в тех местах, где люди накапливают золото. Because wherever there is hoarding of gold, then these sinful activities will come. Потому что если люди где-то начинают копить золото или деньги, то неизбежным образом и остальные греховные поступки начнут проявляться в этом месте. So we see when people get wealth, they use it for sinful activities. И часто можно видеть, когда люди становятся богатыми, очень богатыми, то они начинают заниматься всевозможной греховной деятельностью. In the Vedic culture, the workers were not given money. They would only be given food and clothing and a place to stay. И, например, в ведические времена работникам, да, то есть которым шудрам, им не давали деньги на руки. Они их заботились, их одевали, их кормили. The basic needs, whatever the basic needs were, they would be provided. Все необходимые потребности для жизни им предоставлялись. But if you give people money, gold, they'll gamble, they'll
start to do illicit activity. Но если дать невежественным людям деньги в пользование, то они, или золото, то они тут же начнут заниматься азартными играми, незаконной деятельностью, интоксикациями и так далее. So the children, you say the children want these modern things which cost a lot of money. Да, часто можно видеть, что из-за рекламы современные дети, они хотят вот, обладать всевозможными дорогими игрушками. But if the children are properly educated, they'll understand that they may not have all these opulent things, but they don't have any of the anxieties which go with all of these opulent things. Если дети, они правильно воспитывались, то они смогут понять с помощью разума, что может быть, у них не будет возможности иметь все эти вещи. Но тогда таким же образом они смогут избежать и всех беспокойств, которые приходят со всеми этими вещами. You have a nice modern phone, somebody will steal it. Если у вас очень дорогой модный телефон, то его могут легко украсть или вы можете разбить его. People will be disturbing you all the time. И это будет вас очень сильно беспокоить. Prabhupada went to America. When he first came to America, coming from India, he was surprised to see how easy it was to get a phone put into the house. Когда Шрила Прабхупада впервые приехал из Индии в Америку, он был удивлен тем, насколько это просто заполучить домашний телефон себе в квартиру. So the devotee said, "We'll put a phone in your room, Prabhupada. We'll get you a telephone." И преданные тоже предложили Шриле Прабхупаде: "Прабхупада, мы в вашей квартире тоже установим телефон." Давайте. So a few days later, they put the phone in the house. И через несколько дней они так и сделали, установили, протянули туда шнур и установили телефон у него в квартире. But then people started calling all the time. Но тогда что случилось? Люди начали постоянно звонить снова и снова. Oh, how are you, Swamiji? О, как у вас дела, Свамиджи? Oh, Swamiji, how can we come? Well, we were thinking to come and see you. We'll come and visit you, Swamiji. О, Свамиджи, мы хотим с вами повидаться. Oh, Swamiji, what's the weather today? О, Свамиджи, как у вас там погода сегодня? Did you have breakfast yet, Swamiji? Свамиджи, что вы на завтра кушали? So many things. So Prabhupada, take this phone out of here. Поэтому через два дня Шрила Прабхупада сказал: уберите телефон, больше никаких телефонов. So much trouble. С одним беспокойством. So same way, children, they can understand that these things, which seem like, you know, oh, very nice, they simply give so many trouble. Поэтому вы должны объяснять детям и показать им, что эти вещи, которые кажутся настолько привлекательными, они также влекут за собой и множество беспокойств. You have a car, you have to worry so many taxes to pay. Если у вас, например, машина, то вы должны платить за нее налоги. You have to pay for parking. Платить за парковку. Somebody hits you, they damage your car. You have to spend money to repair the car. Если где-нибудь поцарапать, побить ее, необходимо ремонтировать. So many things to be taken care of. И столько других всяких возможных вещей за этим тянется. So, so much headache. Это одна сплошная головная боль. So people will think twice, why I need to have all this trouble. Разумный человек, он дважды подумает, а нужна мне эта головная боль в жизни? Just like television. Подобно тому, как телевидение. When we were young children, the children who got the best marks in the school, they were the ones who had no television in the home. У нас в школе, например, самыми лучшими учениками, отличниками были те, у кого не было телевизора дома. Because you have television at home, you sit and watch television, you don't read, you don't learn. Потому что если у вас дома телевизор был, то все, вы забывали про чтение, вы забывали про уроки. But the kids who have no television, they will be at home, they will be reading, they can. Но те, у кого в те времена не было телевизора, они дома чем занимаются? Они читали книги. Well, so many disadvantages come from the technology. Поэтому со всеми этими технологиями и игрушками приходит также огромное количество негативных последствий. So the children may feel, oh, no, I want these things, I want this, I want, but actually they're the lucky children. Ну, дети могут думать, да, я хочу вот это, я хочу то, я хочу эту игрушку и другую. На самом деле, это их удача в том, что у них нет всего, чего они хотят. Just like the children who are brought up to be vegetarian, are they lucky or are they unlucky?
Или, например, вот подобно этому, дети, которые с детства воспитываются как вегетарианцы, как вы считаете, они удачливы или они неудачники? They're the luckiest children. Они удачливы. They're brought up to have vegetarian diet all the time. Они с детства вегетарианцы, живут чистой жизнью. They'll be healthier. У них и здоровье лучше будет. They'll be happier. Они будут более safe from so many sinful reactions. Они будут более счастливыми, и они будут больше защищены от греховных реакций. You go to the dentist looks at the teeth, they know immediately, oh, you're vegetarian, you're so lucky to be vegetarian. Например, даже я иногда, когда прихожу к зубному, он смотрит мне в рот и говорит, о, вы вегетарианец? Да, это хорошо, что вы вегетарианец. Because you eat meat and fish and all the bones, they scrape your teeth, they ruin your teeth. Потому что если вы едите мясо или рыбу, то зубы портятся быстрее от этого. The more you consider these different things, you'll see that it's actually better to have simple living and high thinking, Krishna conscious lifestyle. Поэтому наш образ жизни в сознании Кришны проходит под лозунгом «простая жизнь, но возвышенное мышление». Еще один вопрос. Может, у кого-то есть вопросы? Хорошо, прочитаю. Харе Кришна Гуру Махарадж, примите мои поклоны Шримад Бхагаватам. Мы видим, что часто к разным людям обращаются «О великий святой!». Также на Кумбхамеле многих йогов называют святыми. Кто же такие настоящие святые? Я понимаю, что это человек, посвятивший себя служению Богу, но почему тогда даже в Шримад Бхагаватам святыми называют мудрецов и йогов? Sometimes in Shrimad Bhagavatam we reading that some people called all great saint person. For it could be some yogis or some brahmanas, and they referred like all great saintly person. Yeah. So, and sometimes when we go to, for example, Kumbhamela, there are also many yogis and they also referred like the great sadhu or saint person. So who is the saint, real saint person? I understand that real saint is a person who is engaged in devotional service. But why then in Srimad Bhagavatam we hear the yogis and some mystics are referred like a great saintly person? Well, because they have sacrificed the pleasures of the material world for some spiritual progress. Потому что они совершили великую жертву ради духовного прогресса. They've put aside the demands of the body and they're focusing on the spiritual part of life. Потому что эти йоги даже они оставили все наслаждения тела ради духовного прогресса. They may not be devotees, but they must have made some attempt to give up the material world. Они могут не быть преданными, но тем не менее они совершают серьезные усилия для того, чтобы выбраться из этого материального мира. In Srimad Bhagavatam, you have Lord Kapila talking to his mother Devahuti, and he's telling his mother she needs to associate with a sadhu. В третьей песне Шримад Бхагаватам мы читаем историю Капила Дева, где он дает своей матери Девахути наставление о том, что она должна регулярно общаться с садху, со святыми. Sadhu means a saintly person. Садху переводится святой человек. So Lord Kapila then describes the qualities of a sadhu. Но затем Господь Капила он описывает качество садху, как распознать садху. Is tolerant. Первое качество – он терпелив. And merciful. Второе – он милостив. Now, these are not qualities of only devotees. Но эти качества, они не являются прерогативой только преданных. Someone could be tolerant and merciful, he may not be a devotee. Например, какой-то другой человек, непреданный, он также может быть очень терпелив и очень сострадательным, милосердным. But the devotee would certainly be the most tolerant.
Но, безусловно, настоящий преданный, он как является совершенством милосердия или совершенством терпения. Поэтому есть разная степень проявленности этих качеств. And then Suri Dam Sarvadehinam, they see everyone equally. И следующее качество Сухри Дам Сарвадехинам, они всех видят равными. They're not prejudiced against one person or another. У них нет никаких предрассудков по отношению к кому бы то ни было. They see everyone the same. Они не предубеждены, они на всех смотрят одинаково. Because they see in everyone there's a soul. Потому что они всех видят на духовной платформе. And they have no enemy. И еще одно качество, у них нету никаких врагов. And sometimes devotees have enemies. Иногда у преданных есть враги. We had one case. There was this one lady. She wanted to get her second initiation. Вот, например, был один случай. Я могу рассказать вам. Была одна женщина, которая хотела получить второе посвящение. But the other person wouldn't recommend them. Но другие местные старшие преданные, они не давали рекомендации на посвящение. So, because they said, no, you're not really ready for the second initiation. Потому что они говорили, пытались ее вразумить, нет, тебе еще рано второе посвящение получать. So she said, I have a grudge, I hate that person. И она просто в гнев из этого впала, она говорила, я ненавижу этих людей. And she's a devotee, she's practicing devotee, and she wants to be the Brahman, and but she said, I hate this person. Она предполагает, что она преданная, и более того, она собиралась получить посвящение в Брахманы, а Брахман, он никогда ни на кого не гневается. So, we have to understand what is a saintly person. Поэтому нам нужно хорошо себя усвоить, каковы качества святого. Lord Jesus Christ was certainly a saintly person. Например, Иисус Христос, безусловно, был величайшим святым. That when they crucified him, he said, Father, forgive them. They don't know what they are doing. Например, когда его распинали на кресте, он молился за своих обидчиков, говоря, Отец, прости их, ибо не ведают, что творят. And similarly, when Haridas Thakur was beaten in 22 marketplaces, he prayed to the Lord to forgive the people beating him. И в Читании Чайтамрити мы можем прочитать историю Харидаса Такура, когда его избивали на 23 базарных площадях. Он в это время молился за тех, кто его наказывает. So this is sadhu. In the Bible it says, somebody hits you on one side of the face, you turn the face the other side. Это качество садху. В Библии это сказано таким образом, что когда вас бьют по левой щеке, вы должны подставить правую. You don't hit them back. Вы не бьете в ответ. You tolerate. Вы терпите. That's the sadhu. Это качество святого. So sadhu, he may be a devotee. Sadhu может быть преданным. May not. Может быть не преданным. But he can be a saintly person. Но при этом он все еще может быть святым человеком. All right, any questions? Yes, Занимаясь достаточно долго практикой, возникает иногда такой страх предания, что ли, страх потери себя. И я хотела попросить, может быть, рассказать о радости преданного служения духовному учителю. Mm-hmm. Как вот ваша жизнь, она, понятно, вот она поменялась, да, я внешне могу это все видеть, но So you mentioned that we should surrender to the Lord, but sometimes I can feel the fear of total surrender. So it's a little bit fearful to make a step of total surrender to the spiritual master or to the Lord. So maybe you could share with us some of your realization. What is it like to totally surrender to the spiritual master? Yeah. What does it feel like? Well, it remembers surrender is an ongoing process. It's not like we've fully surrendered, but we're always all the time trying to surrender more. Надо понять, что само по себе вручение себя или предание — это не единовременный процесс какой-то в моменте, а это
постоянный процесс, который мы углубляем. It would be wrong for me to think that I fully surrendered. Rather, I want to always increase, to surrender more and more. Для меня было бы ошибкой думать, что я уже предался, я вручил себя духовному учителю. Вместо этого я пытаюсь думать о том, что я хочу больше и больше с каждым мгновением получать себя. So we feel like that, that I've still more, I have to surrender more. We shouldn't be satisfied and think, oh, I've surrendered. That would be wrong to think, you know, that I'm finished, I've already surrendered. Rather, we have to always think, I should surrender more. Это неправильное настроение, если я вдруг подумаю, что «О, я уже вручил себя духовному учителю, Кришне». Нет, вместо этого гораздо лучше думать, как еще я могу больше посвятить себя Господу или духовному учителю, что еще я могу улучшить. So that's my realization. Вот таково моя реализация, мое понимание процесса предания, что его невозможно закончить этот процесс. Okay, it's getting late. We have to stop. Сейчас уже становится поздно. Нам нужно поезд собираться. We're going to do arti. Arti будет сейчас или что? Садам. Садам. Okay. Хорошо. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki. Jai. Bhakti Vrinda ki. Jai. Его милость Бхакти Вриги Винашта на все рачки. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Арибо! Так, нужны помощники.